Одно из мероприятий, посвященных Дню Отца, пройдет в оздоровительном лагере, который расположился на территории профилактория «Сосновый Бор». В этих празднованиях примут участие и Комитет по физкультуре и спорту, и Управление образования, и, конечно же, большое количество отцов нашего города, которые готовят сюрпризы и мероприятия для детей. Начало праздника в 10:30. Активно отметят День Отца и в детской юношеской спортивной школе на улице Куйбышева. А самое интересное будет, что будет как показательное выступление, так и непосредственно соревновательный момент. Причем будет как организована детская площадка, так и соревнования среди взрослых и работающей молодежи. Планируется выступление показательных борцов национальной борьбы «Куреш». Достаточно прославленный, известный наш земляк Сергей Павлик. Затем у нас планируется выступление Федерации КПР по Волжье. Будут приглашенные гости из Тольятти, а также федерация, которая работает у нас здесь. Проведут и интеллектуальные конкурсы. Самых умных и активных наградят. На праздник приглашают всех желающих. Начало в 10 утра. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.